I think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик утренний. Сейчас посмотрим, что у нас где есть. Решил записать видосик. Как только проснулся после RDR, 20 баксов. Спринт пак. Камешки такие, 100 баксов. Не падают в цене. Блядь, наивные. Пятерик. Куча героев, ничего себе, ничего себе, они прям разошлись сегодня. Лис за 50, да ну нахер, кто сейчас будет его покупать за 50, если его цена вообще бесплатна. Нету сегодня дня замковладельца, кстати, на английском сервере. А не, все-таки есть, странно, что плюх нету за этот. Так, вот так вот, 50 за вход, супер снэк 40, апекс кристаллы, ну неплохо, 100 штук, я вам скажу, плюхи вот здесь вот за вход реально очень классные. А так больше ничего. Так, спрингвилл, 70 дуэлянта, 10 камней, 200. Я монетки не забирал, мы потратили. Так, коллекционер. Коллекционер, как обычно, классный на английском сервере. Ну, реально достойный Коля. Мешки зефира. За дуэлянта карта. Так, карта вот такая. Смотрим, что здесь. Ничего себе, дерево опять. Опять дерево. Опять с картой. Дерево, карта. Карта, одни и те же герои, дуэлянты в основном падают, но по расходникам довольно-таки неплохо. Сюда впихнули 6, я уже не помню, что там было, 600 эссенций, ну их и так хватает. То есть тут такое уже, 6 таких сделали, что-то поменяли явно. Явно что-то поменяли, да, поменяли, кристаллы красные появились. Ну, то есть можно выбрать коробку либо 6 камней. Ну, сейчас возьмем. Заберем. Ну, мне карты по сути не нужны. И так герои все есть. Интересно просто посмотреть шансы с коробки. Ну такое, видите, то есть кому что надо, кому надо желтенькие, точнее эти четвертые камни-кроки, эти берут их, кому надо эти, берут эти. Ну ничего такого сверхъестественного нету, странно, странно, странно. Так, ну карта, я не знаю, я уже говорил, такое себе. Конечно, она тоже неплохая, потому что она бездонатная, но чтобы прям там мега вау что-то было, я бы не сказал. Но вход реально огонь. Дерево, да, дерево, по-моему, поменяли. По-моему, камешки эти были во втором. Ну, однозначно, потому что добавили другие плюхи. Красные камни. Так, поехали на русский сервер, глянем, что у нас на русском сервере. Нету, знаете, от айфоновой красивой заставки, ихний плюх, который они дают на день замковладельца. Очень странно. Но вход есть, это есть. Что на русском сервере? То же самое. Набор сокровищ на русском, что-то вообще все печально.
Коллекционер есть, что ли? Войди в игру, получи приз. Ну, 50 эссенций, я вам скажу, это круто. Это что-то для UGG прям мега сундук. Ну, на некоторых серваках это уже давным-давно не надо, но... Авиар, коллекционер. Да, есть коллекционер. Вот сравните коллекционер там и коллекционер здесь. Вообще небо и земля. Да, здесь дают 10-ю эмблему, но там дают мешки зефира и там дают более нужные плюхи. Там хотя бы за синь, за зелень можно получить топовое. Здесь, блядь, как обычно, суют говно. Ну, в общем, такое. Что-то нету плюх. Может, их завтра дадут. Не вижу я этих плюх. Именно на день замка владельца, которые обычно дают всплывающим окном. Ну. Новое дерево, по крайней мере, опять же, на русском сервере не ввели. Так, опять я на этом читерном аккаунте с зефиром, с огником. Ну, тут без комментариев, вы сами все видите. Насколько этот сервак кайфовый. Так, что у нас здесь? Затрату талантов. Все донатное, ничего не поменялось. Очень странно, что нету плюх за сам день замка владельца. Че, на немку зайду? Можно? На немке еще, наверное, не обновилось. Скорее всего, что это будет завтра. Сегодня просто сделали вход и карту запустили. Да, нету ни найма. Скорее всего, завтра. Будем ждать завтра. Ну, такое, видите. Чтобы прям что-то мегавал. Ну, дерево поменяли. На русском сервере до сих пор его не запустили. Ну, конечно, дерево классное. То, что вы можете вытащить отсюда таким образом. На Тайване вы можете просто за 10 монеток. Хотя и здесь, в принципе, я думаю, монетки есть смысл собирать. Но на Тайване это проще там раз в неделю вытащить две карты. А с карт могут выпасть просто топовые. Батя вам вчера рассказывал, божество вытащил. Так что все возможно, и без доната вообще донатить на Тайване вообще бессмысленно на сегодня. Короче, такие вот, ребятушки, пироги. Сейчас еще чекнем АЭС. Так, забегу сюда. Тут, наверное, еще до попытки 2 часа. Сейчас чекну, что здесь есть. Нет, тут ничего не обновилось, но зато здесь есть. Ну, нету сегодня смысла забирать, нету плюх у них. Обычные плюшки. Это странно, фонтан поменяли. Так, сейчас я чекну АЭС. Если телефон не разряженный. Смотрим, что на АЭС приготовили нам интересное. Вот так, я в небольшом окне зайду. Так, что тут у нас есть? День замка владельца. Что? Каждый месяц 11 марта. Значит, завтра все-таки войди в игру «Карта богатства». Да, с 11 раздаем предметы совершенно бесплатно. Ну, посмотрим, что завтра будет. Будут за предметы, сокровищница, удачный флип. Все то же самое. Магазин скидок. О, посмотрите, магазин скидок, утекание. И карты тоже есть. Но здесь проблемнее достать монетки. Вот так вот. Здесь с монетами более проблемно. Но тоже можно их достать. Карта богатства. О, ничего себе. Это, наверное, самая востребованная карта богатства будет.
Андрюхе с сумками. С сумочками. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Нету ничего прям сегодня, значит, будет завтра. Ну, накопление здесь тоже классное. Второй мешок зефира за 15к. Ну, кому, конечно, как повезет. 80 и 80 сундуков. Нифига себе, посмотрите. Посмотрите на вот это вот накопление. Это реально круто. И тут еще есть. Ну, АЭС вот этим вот тоже очень отличался. Десятый. За тридцатку, ну, конечно, 1000 подснеков это. Здесь по-другому героев надо собирать, но за 15к такой вот наборчик 80-80 и второй мешок зефира, я считаю, это очень круто. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.